Меня зовут Саша Дракон, директор танцевальной студии «Школа Дракона». Вы смотрите обучающий видеокурс «Хип-хоп. Быстрый старт». А спонсор этого видеокурса – компания «Пионер», представляющая аудиосистему для танцоров «Скиз». Друзья, вот мы и переходим уже ко второй ступени нашего обучения. Я напомню кратенько, что было в первом. В первом мы делали самые общие движения. Мы научились делать кач вверх-вниз, мы научились делать какие-то движения руками, и мы научились делать базовые шаги. Что ж, первый урок второй ступени посвящен тому, что мы более активно разрабатываем корпус. На самом деле, до этого я его использовал, но сейчас мы сделаем это прямо конкретно. Что ж, во-первых, мы познакомимся с таким понятием, как дуги. Дуга – это кач, который сконцентрирован вот здесь. То есть у меня по-прежнему работают ноги, но сейчас идет акцент вот сюда. Раз, два, три, четыре. Причем, заметьте, когда я его делаю, у меня вот здесь корпус идет внутрь, а бедро идет вперед. То есть не вот так вот. Это нехорошо, у вас пол корпуса не работает. У вас должен работать весь корпус. Вот, вы как будто складываетесь у круга. Раз, два, три, четыре. Это была дуга внутрь. Давайте ее сделаем внутрь. Качаем. Внутрь, 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 внутрь. Молодцы. Как вы догадались, то же самое мы можем сделать наружу. То есть дугу вот сюда. Значит, у меня диафрагма выходит вперед, а бедро идет назад. То есть я качаю вот так. Раз, два, три, четыре. Пум, 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 пум. Давайте сделаем маленькое упражнение, чтобы вы точно поняли, и я точно понял, что вы поняли. Мы соединяем дугу внутрь и дугу наружу по два раза. Итак, раз, два. А теперь вот мини-пауза. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. То есть вы заметите, что два акцента смотрят в пол. Два акцента смотрят вот куда-то туда. Сделаем это в музыку. И не забывайте про мини-паузу. Пять, шесть, семь, восемь, раз. Молодцы. Что ж, это были качи на корпусе, направленные внутрь. Теперь мы сделаем еще кач, который направлен в бок. Вот смотрите, ваше бедро и ваша грудная клетка теперь делают вот такое движение. Раз, два, три, четыре. То есть в эту сторону. Чтобы вам было проще делать это первый раз, добавьте движение рукой, вот такой кик в ту сторону. То есть бедро идет туда, и рука идет туда. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Что ж, и также мы сделаем это упражнение, соединяя кач в сторону, дугу в сторону и дугу вперед-назад. То есть я делаю, смотрите, движение. Раз, два, и теперь в сторону. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Попробуем вместе с музыкой. И аудиосистема Стис мне сейчас поможет. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Друзья, обязательно используйте свой корпус во время танца. Тогда вы будете смотреться более пластичным, более таким размятым, что ли, в музыку. Не деревянным роботом, сделанным из картона, а хорошим живым танцором. Друзья, с вами был я, Саша Дракон. Вы смотрели урок из видеокурса «Хип-хоп. Быстрый старт». Если вам понравилось это видео, если оно было для вас полезным, то поднимайте на нем пальцы, ставьте лайк, добавляйте к себе его на странице, добавляйте к друзьям его на странице. Ну, а также подписывайтесь на YouTube-канал Dragons Dance Studio и смотрите обучающее видео по аудиосистеме Стис.
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Саша Дракон, директор танцевальной студии «Школа Дракона». Вы смотрите обучающий видеокурс «Хип-хоп. Быстрый старт». А спонсор этого видеокурса – компания «Пионер», представляющая аудиосистему для танцоров «СКИС». Так, первое, с чего мы начнем освоение всего и вся в хип-хопе, это грув или кач. Это то, что заставляет вас двигаться, это основа танца. Все на этот самый грув или кач нанизывается. То есть, самое базовое движение, которое есть, это именно простое прокачивание музыки. Все остальные движения, если вы посмотрите, они строятся на базе того, что у нас есть кач, и что-то добавляется, например, там движение руками, или поворот, или что-то там, прыжки какие-то, так далее, так далее. Поэтому, прежде чем двигаться дальше, обязательно поймите, что такое грув. Я вам сейчас объясню, и вам будет все понятно. Я включу музыку. И вот сейчас я буду делать кач вниз. Вот он. Что я делаю? Во-первых, я расслабился. Прям встряхните руки, встряхните плечи. Вы должны не такие деревянные вот так вот качать. Это не очень хорошо. Расслабьтесь и погрузите все ваше тело в музыку. И начинайте делать движение вниз. Пум, пум. Это кач вниз. То есть, что это значит? Когда у меня идет в музыке удар, я на него прихожу. Вот я как будто на него сажусь. Пум, пум. Пум, пум. Давайте попробуем. Вот. Вниз, 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 вниз. Что ж, ни быстрее, ни медленнее музыки. Четко, четко, ловите долю. Прям пусть она вас качает. Это был первый тип кача. А второй тип – это кач вверх. Давайте я стану боком и покажу. Вот я встал и чуть-чуть согнул колени. И теперь на каждый бит я, наоборот, распрямляюсь. То есть движение такое же, как и вниз, но только акцент я ставлю наверх. Кач – это неравномерное движение. Это не вот такое. Вот такое – это что-то другое, но это не кач. Сейчас вам нужно, наоборот, снизу себя вытолкнуть. Пум, 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 пум. Корпус у вас по-прежнему расслаблен. Попробуем. Чуть-чуть присядьте. 6, 7, 8, пум. 3, 4. Вверх, вверх, вверх. Теперь мы сделаем небольшое упражнение. Я буду делать 4 кача вниз, а потом 4 кача вверх, потому что очень важно, чтобы вы поняли разницу между двумя этими движениями. Итак, на счет. Ну и как присказка, любое свое объяснение, ну, движение я начинаю со счета 5, 6, 7, 8. Это я делаю для того, чтобы вы почувствовали скорость музыки. Если я говорю 5, 6, 7, 8, значит я буду делать дальше 1, 2, 3, 4, да? Если я говорю 5, 6, 7, 8, я буду танцевать вот в этом ритме. Сейчас я говорю 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. И теперь вверх. 5, 6, 7, 8. Вниз. 1, 2, 3, 4. Вверх. 5, 6, 7, 8. А если вы были внимательны, то вы заметили такую штуку. Я делаю такую мини-паузу. 1, 2, 3, 4. И потом иду вверх. 5, 6, 7, 8. И снова мини-пауза. И снова вниз. Музыку. 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 3, 4. Друзья, мы познакомились с таким понятием, как грув или кач. Обязательно потренируйте его и переходите к следующей части видеоурока. Друзья, с вами был я, Саша Дракон. Вы смотрели урок из видеокурса «Хип-хоп. Быстрый старт». Если вам понравилось это видео, если оно было для вас полезным, то поднимайте на нем пальцы, ставьте лайк,
добавляйте к себе его на странице, добавляйте к друзьям его на странице. Ну, а также подписывайтесь на YouTube-канал Dragon's Den Studio и смотрите обучающее видео по аудиосистеме STIS.